громадное число ребят, оно нуждается ежегодно в этом обследовании, а группа СС, ВСМ, они нуждаются в этом 2 раза в год. Это фимообследование позволяет дать четкие рекомендации для ребенка, каким видом нагрузки ему показаны, либо противопоказаны. С точки зрения медицины мы, скажем так, прививаем культуру медицинского обследования. Вот, у тех, кто подвержен каким-то физическим нагрузкам. Мы стараемся донести, что это важно и очень актуально. В том числе, в первую очередь, родители. В первую очередь, ребенок сам никогда не пойдет себя обследовать. Это задача родителей. Сегодня произошло обследование, мы надеемся, что это будет достаточно быстро подлечено, ребята вернутся в строй, по крайней мере, никаких там противопоказаний серьезных к этому ни у кого нет. И в то же время дает ощущение уверенности и родителям, и самим ребятам, и, конечно, нашему Олимпу в том, что мы не получим каких-то вот эксцессов, связанных со здоровьем, потому что у ребят уже действительно серьезные нагрузки, тренировочные, соревновательные. Мы посмотрели более 20 детей. Мы, к сожалению, выявили ряд патологий, которые требуют более такого детального обследования. Вот. Это не состояние, мы не можем рассказывать ее. Вот, но тем не менее, как бы этот день прошел не зря, потому что есть чем позаниматься, и слава богу, что мы это выявили на, скажем так, этапе еще развития роста ребенка, что можно скоррегировать. Вот. А так, такие медосмотры, на наш взгляд, крайне важны не только для родителей, да, в первую очередь, но и для спортивных организаций, которые несут 100% ответственность за этих детей.